Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Alanya'dayız. Türk kızlara, Türk erkekleri hakkında ne düşüklerini soracağız. Ben Türkçe bilmiyorum da Rusçamı çok iyi. Rus kızları ben soracağım. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hadi видео башьярым. Здравствуйте, мы с канала Bubble Angie. Мы сейчас снимаем такое видео, как русским туристам нравится здесь отдыхать. Ответьте мне, пожалуйста, на первый вопрос. Вам нравится здесь отдыхать? Конечно, очень нравится. А пригласили бы сюда друзей, посоветовали бы им? Да, посоветовали бы. А как вы смотрите на то, чтобы сюда приехать еще раз? Положительно, только, возможно, в другой город, чтобы посмотреть побольше Турцию. Итак, какой важный вопрос. А как вы смотрите на турецких мужчин? Положительно. Да, спасибо большое, мне очень понравилось. До свидания. Да, конечно, посоветовали. Нам здесь очень нравится. Нравится море, нравится солнце, погода. Здесь очень весело, вообще очень круто. Конечно, мы позвали друзей. А как к вам относятся разные люди? Как они с вами общаются? Все очень доброжелательные, вежливые, все очень круто. Турецким мужчинам, как они относятся к вам? Ну, к нам никто не пристает, ничего такого, все вежливые. Ну, мы такого не замечали в свою сторону. Ну, да, здесь все очень вежливые, доброжелательные, очень красиво, атмосферно. Как вы смотрите на то, чтобы сюда приехать еще раз, там, ну, может быть, квартиру здесь купить, что-то такое? Ну, квартиру, я думаю, нет, но отдыхать, я думаю, приеду еще не раз. Конечно, нравится. Даже Турция. А второй вопрос. Пригласили бы сюда друзей, посоветовали бы вам эту страну? Конечно, да. Моя любимая страна. А как вы смотрите на то, чтобы сюда приехать еще раз? Я думаю, еще и не один раз. Два, три. Можно даже переехать жить сюда. Сейчас будет такой немного странный вопрос. А как к вам относятся или смотрят на вас турецкие мужчины? Ну, я со своим турецким мужчиной, поэтому на меня не смотрят турецкие мужчины сейчас, потому что я хожу с ним. Ну, уже почти месяц мы здесь находимся. Да, месяц здесь отдыхаем. А друзьям бы посоветовали эту страну? Да, я уже советовала, и друзья ко мне прилетали, улетели, и вот скоро уже семья прилетает. К вам относятся турецкие мужчины? Турецкие мужчины очень странные мужчины. У них свое, такое сказать, видение в голове, поэтому я не могу точно ответить на этот вопрос. Разные мужчины, разные отношения. Да, мне очень нравится. А позвали бы сюда друзей? Да, конечно. Приехали бы сюда еще раз? Да, обязательно. А как вы смотрите на турецких мужчин? Ну как? Обычно. Видео зум бен ми. Канал мазы абонол ми. Он из моей. Бай-бай.